Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. И сегодня мы с вами установим фотостатус в соцсети ВКонтакте. Чтобы получился вот такой красивый, да, однотонный, как бы вот все в тон, можно сделать заранее шаблончик. То есть кто-то делает в фотошопе, кто-то делает, например, в таком графическом редакторе, как PaintNet, да, кто-то делает в специальных таких приложениях для ВКонтакте, фотостатус, так они прямо называются, а кто-то делает такой древний проги, который называется ВК-комбо. Я вам покажу два способа, как сделать фотостатус. Сегодня вот я вам сейчас покажу первый способ, да, а под этим роликом ниже, да, вы увидите ссылочку, где я объясняю второй способ, как установить при помощи приложений тоже фотостатус, да, будет, может быть, не такой красивый, но зато легко и просто делается. Итак, давайте, значит, используем приложение такое ВК-комбо, вот так вот оно выглядит, и надо заранее сделать шаблон, который я сделала, например, в Canva, да, программа Canva, всем известная, вот такую вот картинку я сделала, да, сейчас мы ее скачаем. Так, скачать можно, в принципе, и в PNG, и в JPEG. Я скачаю в JPEG. Так. Оставлю ее прямо в загрузках, потому что это, в принципе, временно, да? Она мне так особо не нужна. Итак, открываем приложение ВК-комбо. Загружаем нашу картинку сюда, которую мы скачали. И надо сейчас нам ее откорректировать. То есть вот она у нас внизу, надо поднять повыше. Вот здесь вот написано клавиатура, да, при помощи клавиатуры, да, буквами какими можно двигать вверх-вниз, вправо-влево. W, соответственно, вверх, S, вниз, A, лево, D, право. Так, сейчас мы подвинем, чтобы у нас наши инициалы тоже встали в эту рамочку. Так, вот у нас все. Очень хорошо. Сейчас немножко на бок еще подвинем. Вот, по-моему, изумительно все встало. Даже так чуть пониже. Вот так вот. Все, отлично. То есть, если вас все устроило, нажимаем «Сохранить». Если не устроило, то есть вы картинку переделываете там заново и снова нажимаете «Открыть» и ее загружаете. Итак, сохраняем картинку. Да, «Сохранить». Она сохраняется вот так вот, в таком вот виде, в отдельной папочке в этой же программке. И давайте сейчас мы ее установим. Переходим в нужный нам аккаунт. Направляем мышку на нашу фотографию. Нажимаем «Обновить фотографию». Выбираем файл. Вот, нажимаем на аватарку. И подгоняем размер. Так. Просто старая версия ВК. Она загружала более длинные фотографии. Сейчас вот как бы новые ВК, которые сейчас сделаны после обновления, они какие-то вот короткие фотографии. Так, выбрали, да, чтобы все у нас вошло лицо. И нажимаем «Сохранить». Здесь область для того, чтобы мы когда переписывались, нас было видно везде. Сохраняем изменения. Так, вот это мы уберем. Так, и теперь мы загружаем фотографию фотостатус, да, для этого нам надо, так, давайте вот так сейчас обновим, переходим в фотографии, создаем новый альбом, обзовем его фотостатус, создать альбом, добавляем фотографии. Прям вот как вот они стоят поочередно, да, программка нам их очередность установила, так прямо загружаем, вот, начиная с первой. И так по порядку. И последнюю добавляем. Четвертая. И нажимаем «Моя страница». Вот у нас вот так фотостатус получился. Смотрите, что когда вы загружаете какие-то другие картинки и фотографии, да, посты оформляете, чтобы у вас не было смещения, да, вот не пропадало, не уходило вправо, да, и новые картинки вот здесь вот не отображались, мы заходим с вами опять в раздел «Фотографии». Вот где фотографии на моей стене, здесь такой с правой стороны карандашик. Нажимаем на этот карандашик и нажимаем на галочку.
То есть мы запрещаем отображать фотографии со стены вот в обзоре, да, новые. Снимаем эту галочку и переходим на мою страницу. Итак, у нас вот этот статус будет зафиксирован, и ничто уже его не сместит. Второй способ, как установить статус, он еще более простой. Я вам покажу в другом видео, которое вы найдете по ссылочке под этим видео. А с вами была Марина Майорова. Если вам была информация полезна, ставьте лайк.